Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время прищурясь. «Война до победного конца», – пробормотал он сквозь зубы. «Держитесь теперь, старые калоши, мы вам покажем пораженчество». На огромной, чисто выметенной площади с гранитным грузным столпом Александра повсюду двигались куча бородатых нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек 50, поднявшись с мостовой, закричали нестройно: «Ура!» и побежали, спотыкаясь рысью. «Стой! Смирно! Сволочи! Сукины дети!» – перекричал их осипший голос. В другом месте было слышно: «Да бегишь, и коли туловище штык сломал, бей прикладом!» Это были те самые корявые мужики с бородами-веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые 200 лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызывали поддержать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке с новенькими ремнями крест-накрест, поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза. «Правый! Правый!» – как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами Невский. «Правый! Правый! Правый!» Мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные, тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Рука ее в белой перчатке стала крестить их. Солдаты прошли, их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно чего-то ожидали. Прохожие останавливались, слушали какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали возбуждения, отходили к другим кучкам. Беспорядочное движение понемногу определялось. Толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали молча и озабоченно какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Ура! Ура!» – загудело на Морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в остановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна и крыши, и гранитные ступени Исаакия были полны народом. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебегали люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон, по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под усы коней, появились те же хлопотливые человечки. Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему. Началась давка, бежали отовсюду. В мойку их, в мойку окаянных. Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватил за плечо полная дама в пенсне и закричала ему: «Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к мойке. Послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция.